пришла к вам поболтать, пока... А я видео снимаю. Пришла к вам поболтать, пока Дамир Владимирович отправился купаться. Мы, значит, собираемся с ним на прогулку. На губах так до сих пор корочки, так она не сходит. Мне даже улыбка, глянь, какая-то дебильная. От вавки все эти. Рот не открывается, нормально, ужас. Значит, Дамир себе скачал браузер Дельфин. Он в свое время хотел играть в онлайн-игры с помощью планшета. И я ему сказала, что это можно сделать только через браузер Дельфин. Вот, я ему этот браузер скачала. Это было или год тому назад, я не помню, что-то около того, вот. Но, по-моему, на другой планшет я качала тогда. И, значит, оказалось, что с сентября прошлого года эта возможность исчезла, и больше нельзя играть с помощью браузера Дельфин в онлайн-игры. И вот мне Дамир почему-то заявляет, что вот ему нужен этот, он нужен этот браузер скачать, все такое. В общем, он скачал этот браузер и сегодня играл в игру «Три панды», в которую уже давным-давно не играл, расстраивался. Я ему еще на Play Market искала эту игру. Вот. Дамир расстраивался, она не играла, эта игра. А тут сегодня он, короче, сыграл в эту игру, получил удовольствие. Вот. С помощью вот все того же самого браузера Дельфин. То есть, ну, видимо, эта возможность снова появилась, играть в онлайн-игры с помощью этого браузера. Вот, ну что ж, раз таково положение, то я рада, что все исправилось, вот, что все наладилось. Мы сейчас собираемся на прогулку, скорее всего, на качели из-за того, что такая духота, и, честно говоря, я себя морально очень тяжело, плохо чувствую, вот. У меня не очень хорошее настроение, я сейчас пью успокоительное регулярно, вот, потому что, ну как успокоительное, валерьянку, блин, я пью, вот, валерьянку или этот, я забыла вот эти вот таблетки, как они называются. У меня вся пачка покоцана, я не помню, то есть я не прочитаю название. Ну, знаете, вот эти вот, которые под язык кладешь, 2-3 таблетки, как они называются, маленькие такие. Я не помню, короче. Я не помню. В общем, или валерьяночку пью, вот так, знаете, даже если это... Я против просто хороших таких тяжелых успокоительных, вот, переживаю, чтобы это никак не влияло, скажем так, на мой организм, вот. И поэтому, ну, где-то даже, пусть это где-то даже на самоуспокоение, у меня просто валерьянки много, вот, я могу себе позволить ее пить, вот. Корвалолчиком можно побаловаться, можно вот этими вот маленькими таблеточками, я забыла, как они называются, я их раньше постоянно рассасывала перед сном. Перед сном 4 штуки, а если какая-то тяжелая ситуация, надо что-то сейчас неприятное делать, идти в неприятное отделение, стричь неприятного мне человека, еще что-то, то есть нужно было, и когда объективных причин нет, почему человек неприятен, почему меня вот так вот колотят, трусят, то есть я рассасывала вот эти вот таблеточки, 3 штучки, 2 штучки по-разному, или когда во время панических атак тоже штучки 3 положишь под язык, тоже классно действует, вот, или вот 4 штуки перед сном, но я забыла, как они называются, вот помнила. Не помню. Ладно. Вот. Балуюсь, да, успокоительным, потому что у меня какое-то морально тяжелое какое-то вот состояние, странное. Я себя омерзительно чувствую, если честно. Вот у меня какая-то вот депрессуха. Мне то в слезы меня гонят, тянет, то наоборот, вот все прекрасно на радость тянет. Вот. То вот все хорошо, то плохо, то наоборот, какое-то чувство опустошения. Чувство апатии, мне ничего не хочется, какие-то такие вот странные ощущения непонятные, вот. Расскажу поподробнее, что происходит со мной, что происходит у нас уже туда дальше, вот. Сейчас я не хочу поднимать эту тему по ряду некоторых обстоятельств, вот. В общем, мы сейчас собираемся на прогулку. Сильно далеко идти я не хочу, потому что уже 15:36, и через 4 часа с половиной, через 4, ну, до 8, 4:24 осталось, вот. Ну, Володя приходит где-то в 10, 15, 20, 25, 30, 35 минут, то есть по-разному. Вот, после 8, поэтому около 4,5, 5 часов осталось до его прихода. Сейчас пока я соберусь, пока я покупаюсь, это самое...
переоденусь, подкрашусь, поглажу вещи, пока малого переодену туда-сюда. То есть, ну, как бы времяка. Вот, мне еще своих дел хватает, каких-то забот домашних. В общем, пока я все это поделаю, ну, как бы, сами понимаете, время, вот, поэтому мы договорились с Дамиром. И плюс я себя так тяжело морально чувствую, что-то мне, короче, так как-то вот плохо. Я же говорю, то панические атаки одолевают, то в грусть, то в радость, то в апатию. Тяжелое моральное состояние у меня сейчас, вот. Поэтому, что, когда, почему, я потом все это расскажу, вот. Но об этом далеко сильно тоже не хочу уходить от дома. Мы, пожалуй, с ним сходим в парк, порисуем мелками, попузыряем пузырики. Вы знаете, я очень негативно отношусь к людям, которые, имея возможность выйти погулять с ребенком, выходят, знаете, вот смотришь иной раз, люди вместо того, чтобы сходить на пляж, сходить в парк, благо все рядышком, вот, сходить на какие-то качели, вот, тем более, что если, допустим, вы сидите дома, да, особенно когда сидят вдвоем и папа, и мама, да, вместо того, чтобы куда-то сходить в парк, когда люди выходят с ребенком и гуляют тупо, вот, то есть возле дома, да, там качель ничего нет, к примеру, да, и там вот я хоть и показывала, допустим, да, что мусор поубирали, но тем не менее выходить гулять в траве, как бы, где, извините, собак выгуливают, какой-то мусор валяется, не дай бог какие-то шприцы вообще будут валяться. Вот, это ужасно. Я считаю, выгуливать в таких местах детей, ну, как бы, зачем выгуливать ребенка в траве? Это не животное. С ребенком его не нужно выгуливать в траве, с ним нужно ходить гулять. С ребенком нужно ходить гулять, ходить гулять на улицу, ходить гулять в парк, ходить гулять на качели, а не выгуливать ребенка в траве возле дома. Ну, я считаю, что это ужасно, вот. Я часто наблюдала, в принципе, наблюдаю такую картину. Если у меня, допустим, у меня во дворе в детстве была березовая роща, поляна, бревно там такое вот возле дома, то есть там можно было гулять детям спокойно, то сейчас ситуации совершенно меняются в плане того, как выглядят во дворе, ну да, придомовая вот территория и так далее. И чаще всего это действительно территория, на которой есть какой-то мусор, какие-то бычки, там обязательно какие-то бутылки могут валяться, какие-то шприцы могут валяться. А? Какой рядом Винлаб? Да. Такс. Поэтому, когда выгуливают детей, извините, когда выгуливают детей в кустах возле дома, мне это категорически непонятно. В особенности, когда люди сидят целыми днями дома, да, женщины там домохозяйки, вы что, не можете выйти погулять с ребенком на качели? Ну, типа, ну вот мы сейчас пойдем с малым гулять. Мне никогда, допустим, не приходило в голову вывести его гулять в кусты. И вот у меня есть одна знакомая, она говорит, да что ты, типа, да у тебя малый уже взрослый, типа, ему, типа, уже 7 лет, выпускай его на улицу, пусть он сам ходит гуляет, будешь смотреть на него в окошко. Ну, не знаю, типа, нет. Ну, где ему гулять, в кустах? Ну, типа, такая себе ситуация. Вот, и, в принципе, я уже рассказывала, что я наблюдала зимой из окна бутылки с мочой, а вчера мы вылезли своими мордахами с Володей попить кофеечку, в окошечко подымить сигареткой, и, короче, летит. И что-то летит. И я, короче, страшно перепугалась, потому что для меня любой звук вот такой вот, это как для человека, приехавшего с места, где была война, это всегда такое, понимаете, да? Всегда кажется, что начались бомбежки или еще что-то. То есть каждый фейерверк, это сейчас для меня бомбежки, а нет, это же фейерверк, тут же нет войны. И какой-то резкий звук тоже вызывает страх сразу. И вот, короче, что-то летит. Что-то шлепнулось. Да помню, как весь синоватый. Я видела несколько раз, как летит мусорный пакет вниз. Я не знаю, ну, я не буду говорить, кто. Я догадываюсь, кто выбрасывал мусорные пакеты, но я не буду утверждать. Вот. И однажды как-то кому-то плохо стало, тоже прям с балкона, вот.
А сейчас и резко завоняло, страшно завоняло. Мы такие смотрим друг на друга с Володей. Я говорю, кто-то, походу, в пакет сходил. Кто-то, походу, говорю, сходил в пакет посрать, говорю, и выкинул это из окна, потому что ароматы ванили стояли 15 минут, просто воняло жестко. Вот прикиньте. Еще у нас была такая фигня, я уже об этом, по-моему, рассказывала, когда в Ясиноваты, часто мы гуляли там в одном дворе, и вот на расстоянии где-то 100 метров находилась от лавочки там, находился двор один, и постоянно оттуда летело что-то. Я говорю, да что-то происходит. А мне знакомая говорит, а там, говорит, два мужика живут, говорит, которые давно не платят за воду, говорит, и они ходят срать, короче, в это, в пакет или в газетку, в баночку, куда угодно. И потом все это дело скидывают с то ли 9-го, то ли 8-го этажа, что-то такое. То есть, ну, насколько бывают сумасшедшие люди просто. Ну, типа, а чем вам унитаз не угодил? Ну, хорошо, было занято, но это ж не единственный туалет в общежитии. Я понимаю, когда маленькие дети ходят на горшок, когда маленькие дети ходят на горшок, даже уже там не по возрасту, да, потому что не хочется ходить там в общаговский туалет, вот. Но потому что, ну, блин, это не гигиенично, это ребенок, это не фу. Вот. То есть взрослые еще как-то могут, я считаю, перебиться, а детей это ж, ну, не на раз там где-то сходить там в торговом центре на прогулке, даже ну, на постоянку. Вот. А ну как бы в пакет и скинуть этот пакет потом с окна. Ну, то есть я не раз как бы наблюдала такую ситуацию, не только здесь, я наблюдала такую ситуацию. Много где в Ясиноватой несколько раз, вот. Я в огромном-огромном шоке. Ой, ну что ж, ладно. Каждому свое, походу, каждому свое. Поэтому мы в кустах не выгуливаемся. Еще была такая ситуация, когда тоже мы идем. Это же дофига этих кустов, вот, с понтом природушка, да, но нам надо было там пройти, и там все в шприцах усеяно. Мне просто пришлось взять ребенка на руки и просто не отрывая взгляда от того, куда я ступаю, просто вести его на руках. Это просто жесть. Потом мы подошли, там какое-то дерево было. Это в Харькове было. Там было какое-то дерево, значит, и малой такой подходит, и я только успела его схватить, потому что там в дупле, в дереве, там лежал шприц. Я помню еще, когда я работала в Донецке в 2011 году в Макдональдсе, была ситуация, что против СПИДа боролись, и тогда бывали моменты, когда люди, которые болеют СПИДом, они брали шприцы. Я сейчас серьезно говорю. Они брали шприцы и, значит, оставляли их так, втыкали, чтобы иголка, если ты присаживаешься за сиденье, что иголка могла впиться тебе в ногу. То есть сам заболел, да, как бы заражил и других окружающих, да, чтобы не мне одному было так обидно. То есть, понимаете ситуацию, я в шоке. И поэтому у нас тогда в Донецке были различные меры предосторожности вот под шприцов. Мы тогда работали в огромных ватных таких перчатках. Мусор выносили. Что, Дамирчик? Угомонись. Короче, это самое. Работали мы тогда в ватных таких перчатках, выносили мусор. Выносили мусор на расстоянии вытянутой руки в Макдональдсе, когда я работала. Аккуратно все это дело там трамбовали. Там было разные меры предосторожности. Проверяли сиденья постоянно в кинотеатрах, чтобы не напороться случайно на этот шприц. Это кошмар просто. Шприцы эти выкидывались и в мусор, чтобы когда ты его трамбуешь и так далее, или несешь случайно, не напороться на шприц, поэтому вносили пакеты на расстояние вытянутой руки, трамбовали в огромных перчатках. В общем, что только не было, что мы только не делали, вот. Реально такие страшные времена были, да, и поэтому не знаю, ну как-то выгуливать. И опять же, вижу иногда картину, когда дети реально очень маленькие, гуляют во дворе. Дети, ну, реально они маленькие, то есть они младше даже Дамира, они гуляют во дворе сами, и как за ними не смотри, я иногда вижу массу опасности. Вот, допустим, идем мы как-то через один двор, никто из старших вообще не смотрит,
Это там недалеко от паспортного качеля, там дворы, там всякие, да. Мы с Тамиром идем, и там реально совсем малые дети, там меньше 4 даже лет, никого из взрослых рядом нет. Даже если ты из окна смотришь за ним, ты же не смотришь за ним неотрывно. Не смотришь. Ты же, как это сказать, не успеешь в случае чего подбежать, подлететь к этому ребенку и так далее. А получается, что там такое место, что то есть нужно по лестнице спуститься, можно по лестнице спуститься вниз. Но с других сторон, слева, справа от этой лестницы, лестница посередине, это просто огромнейший парапет длиною в эту лестницу, с которого можно прекрасно с этого парапета шлепнуться и разбиться маленькому ребенку. Огромные кущери, неизвестно, что в этих кущерях находится. Какие там могут быть насекомые, я не знаю, змеи, пауки, все, что хочешь. Вот. Я не знаю местных, как бы так сказать, да, насекомых и так далее, но у нас прекрасно можно встретить и змей, и пауков, и сейчас в Донецке вот эти вот ядовитые пауки, я забыла, как они называются, но букву К, по-моему, я забыла, серьезно, как они называются. Тараканы, все что угодно можно найти, как бы, да, к чему? Муравьи, на муравейник можно стать лихо. Такое себе удовольствие. Мне достаточно было там секунд, чтобы случайно стать, не в огромный прям муравейник, а просто на асфальте скопление такого муравьишек было. Я стала, боже, как они на меня побежали, как они меня начали кусать. Я там скакала, прыгала, визжала просто возле больницы. У меня тогда была очень сильная аллергия, и мы ездили с Володей в кожвендиспансер. У меня была аллергия на укус шмеля. Я ездила сдавать пробу, действительно ли, то есть у меня аллергия на укус шмеля, и как мне с этим быть, как мне лечиться, вот. Значит, меня в плечо укусил шмель во время работы там с цветами в фонде в Харькове. У меня началась сильная аллергия. Я уже приехала в Донецк, и уже здесь занималась этой аллергией, лечилась. Значит, что еще? Что еще? И, значит, для меня странно, когда огромные парапеты, какие-то каменные глыбы, я вижу еще что-то. И я вижу, что дети гуляют во дворе сами. Скажи. Угу. Значит. В общем, для меня это прям огромный шок, когда дети 4 года и меньше гуляют во дворе сами. Когда дети гуляют, вместо того, чтобы детей выводить куда-то гулять, в парк, на площадку, если таковых нет у тебя во дворе, для меня странно, когда дети гуляют все в тех же кустах, в которых и грязь, и кошачьи какашки, писяшки, мусор, могут быть какие-то шприцы и так далее, имея все возможности пройтись в парк. Для меня странно, когда дети гуляют в кустах. В общем, такое, друзья мои. Все, будем собираться. Целую, люблю, бывает. До новых встреч. Пока-пока.